школьники сольют все раунды по лес. Е-е, знакомое битло, домашний прости. Чек, чек, яу. Окей. Окей. А4 на ивенте баттер. Эй, кила, яу. Эй, кила, мы чего-то по уходу не догоняем, но заруба за победу аппетитно. Кривовато, дай немного строчку. Яу. Эй, кила, мы чего-то по уходу не догоняем, но заруба. Ой, я что-то подвафлинул немного, да? Эй, кила, яу. Эй, кила, мы чего-то по уходу не догоняем, но заруба за победу сбился аппетитно даже, догоняем. Там мы валим, попадая под огонь баталии. За культуру манами за миллионы на канале. Но я тебя вижу насквозь. Эй, кила, ты пока до моего ловела не дорос. Запоминаешь же дитя дворов. Твой потолок это Антона попадать головой. What? Я не хотел нашего батла, это не гон. Выдавать грязь на бас, заходя далеко. Но сегодня заливаюсь до дна, наше вино мы пьем. На твоих похоронах, ой. Ты в деле на века, покажи стиль. Но видимо кила на великах, фоны палят на экран. Где варится рэп по грани, выкупают за грань. Вы кила, ты пидавай, за тебя все. За тебя все, школа-то качает твои треки на девайсы. За тебя все, за тебя все. Но пока выделываться, Вася, не пытайся. А, Гокила не делает шоу на беде, ты остался на уровне андера. Ты самый худший участник сетки, но, конечно же, после вайп-хантера. Ну такое, такое, да, но читает тут, кстати, плейблэк заебись. Вот его читка, редко вообще хочется плейблэка хвалить, но тут мне его читка очень нравится. Очень хорошо себя чувствует на бите. И вот эта его тараторка здесь звучит уместно. И вот про девайсы тоже было прикольно. Чувак, ты думаешь, что ты гэнгста и ты опасен? Но гэнгста это приехать с пятихатом в Питере спать на матрасе. Братан, что игноришь, я просто не все могу читать. Гэнгста это приехать с пятихатом в Питере спать на матрасе. У Вовы, наверное, у Зельмана ночевал-то, блядь. Владимир, почему не выделили, блядь, плейблэку кровать? Зачем на матрасе? Блядь, Вова, я нормально, но мне придется отомстить, похоже, блядь, за мучение Артема, ебать. Артем из-за тебя спал на матрасе. Ты чувствуешь, блядь? Зарождается конфликт. Конфликт прямо здесь. Это недопустимо, конечно. Я... Андера, ты самый худший участник сетки, но, конечно же, после поп... Да меня пока тебя никто не выносил. Или так нужен полуфинал, не мороси. Ты же левый паразит, и тебе никого не поразить. А коли я победу лечу, пыл погаси. Киргиз, ты вовсе не топ. Твои недоделанные панчи ниже метро. Белый как кок, как куда же ты сошел? Ты скорее всего белый как творожок. Раунд. Белый как творожок, ну такое. Но по флоу это, пожалуй, лучшее, что я слышал от Playblack. Мне очень понравилось, как он разложил на этот бит. Пока Playblack прям показывает одно из своих лучших выступлений, что я у него видел. Мне очень нравится, как он тут идет по биту. Вот, смотрим дальше. Владимир, слушай, пока не батлю нигде. Эй, Тёма. Да, ясно, понял, у нас соперники, братан. Понял, как это фирменно звучит, блядь. Эй, Тёма. Эй, эй, эй. Эй, эй. О боже. Ну вот и пришло время бэтлить этих придурков. Молдова в топе, да я и не против. Ведь доброта это круто. Закопаем топор войны, этот скучный биф им покажется лишним. Знаю, ты понял, чему я, ведь против меня такой плюшевый мишка. Эй, Тёма, снимай очки, пора начать зреть в корень. Я грайм дракон, дал пизды всем гномам. Твой плотный флоу меня в сон клонит. Ты клон Сони, нет клона Люмейда. Копир Горжевского Дрейка. Милорд, они так велики, но мои труселя им как раз по коленку. Гоукила нормально читает, но быдло и гопник. Гоукила бы точно въебал, если б не раунд Антохи. Кила поймал звезду, попутал свои габариты. Маленький пидор. Гоукила значит пизда. Всем твоим фаворитам я залетел, как Борецкий на трон. Мой стиль это полный фэшн. Я кила, кила, твой стиль вчерашний, пардон. Твой стиль это что-то где-то уже было, было. Я редко смотрю наперед, но сегодня вижу все чаще. Два чемодана, в них 50 косарей. Киргиз тащи! Два чемодана, в них 50 косарей, киргиз тащит. Хорошо, но флоу гоукилы, да? Здесь он вступил не как обычно. Он вступил как бы так расслабленно, не напрягаясь. Вот. Мне не особо понравилось. Он, конечно, потом ускорился, но вот вступление его... Он твой плотный фактор, я и не против. Ну вот и пришло время бэтлить этих придурков. Молдова в топе, да я и не против. Ведь доброта это круто. Закопаем топор войны. Мы валим, попадая под огонь баталии. За культуру манами, за миллионы на канале. Но я тебя вижу насквозь. Эй, кила, ты пока до моего ловела не дорос. Не, у Playblack в этом раунде получше флоу. Имхо, Playblack лучше разложил. Эй, Тёма. Пока для меня, как это ни странно, и я вообще не думал, что я это скажу, но Playblack смотрится сильнее кила, потому что я видел пока что.
Пока Play Black GoKill тоже особо не панчил. Последний панчлайн про Киргиз тащит, да, забавно. Но не более того. Но по флоу он сделал намного проще, чем это сделал Play Black. И у Play Black рифмовочка тут поплотнее, посолиднее немного. Поэтому пока, как это ни странно, Play Black немного впереди. Посмотрим, что будет дальше. Йоу-йоу. Наша пара самая неудачная. Yes, yeah, yeah. Слышь, петух. Понял. Я тебе ничего не сделаю. Yeah. 50 косарей, он имел в виду, что первое место 100 тысяч рублей. 50 косарей тащит в двух чемоданах. Ну, панчлайн про 100 тысяч. Йоу. Чек, чек. Недавно был в Калуге. Да, у нас есть своя площадка. Я накидываю новые строки на битло, я верю, для меня батл арена, будто бы дом. Давлю педаль в полный минус, накидал флоу, изи катка. Выходи-ка вон, Арчи, камон. Текила заразил вайбом, но за вещи яро вылизывал антихайп. У Артур игрок, забьешь кек, но нет одежды, я тебе подарю майку. Play Black, выжимая набитый сок, пока ты не стал иным и не прячешь косой. Мы берем это на улицах, ставь и нифиговый движ. Ты берешь это на улицах, ты же на них спишь. Вырываемся наверх, дабы доказать. В этом деле мы растем, йоу, прямо на глазах. Я натяну тебя на ридимах, бойся, пацан. Но не засчитаю третий раунд, там проца. Я бы подошел поближе, зачитав строки тебе еле дыша. Я бы подошел поближе, но твой нос помешал. Забавно, забавно. Слушайте, действительно один из лучших батлов Play Black. Play Black тут хорош. Yeah, yeah. Пока Play Black тут хорош. Check, check. Прилично. Почему? Почему он потом перестал так делать? Вроде исполнитель же должен развиваться. Вот, а тут Артем Play Black прям, ну прям прилично выдает. Да, водянисто, но флоу образцовый, не доебаться до флоу. Очень круто стелит. Хуй знает, че он, блядь. Почему потом у него пошли какие-то проблемы? Дальше он реально стал адекватно хуже выступать. Не знаю, с чем связано. Йоу. Йоу. Я бы подошел поближе, зачитав раунд тебе еле дыша, а. Я бы подошел поближе, но твой нос помешал. Собачка говорит гав, кошка говорит мяу, это я знаю. А кстати, знаете, как говорит петух? Чувак, респект тебе на лес, когда я читаю. Ну тоже простовато, я в принципе так и думал, что будет какая-то цитата. Ну, прости, чувак. Ну нормально, нормально. Да, Play Black нормальный, по панчлайнам в этом раунде тащит. Хорошо. Тихо. Че ты палишь на бороду, пес, бат? Яу. Чек. Это разрыв твой, вот узар, сова, мои строки бьют током, ты мигом парализован. Ты хотел замутить слив, молдаван, быстро, но блэки сегодня выкидывают киргиза. Мало тебе было хейта после батлов, когда тебя ненавидели твои фанаты. Хани, я поставлю это по нубу на место, а тебе же некуда деться, так что бедствуй. Раунд. Да, хороший раунд, да, Play Black. Ты на майку подаришь, блядь. Yeah, хорош. Yeah, эй. Есть шансы попасть Исла против Исла на РМБ, да, конечно. Чуваки, надо блин. Пройти ясно, всего лишь. Вывези. Все эти MC пиздоболы, пусть и бой твой новый ник. За меня весь Казахстан болеет, братка, скриптонит. И слады мой эрта в здании, завершаю хэт-трик. В этом вся боль твоих баталий, ты лучше беги-беги. С нами весь твой хип-хоп кипеням летит. Я не вижу конца, пути пальцами клик-клик. Блять, это пусть и пиз, давай перезаряжай, пока ноль убийц. Тебя тащит система. Меня... Откуда Play Black знает бэки? Откуда Play Black знает бэки GoKill? Там что, сливали раунд, что ли? Play Black, блять, повторяет бэки GoKill'ы. Откуда он их знает? За меня весь Казахстан болеет, братка, скриптонит. И слады мой эрта в здании, завершаю хэт-трик. В этом вся боль твоих баталий, ты лучше беги. А, это трек, понял, понял. Весь твой хип-хоп кипеням летит. Я не вижу конца, пути пальцами клик-клик. Блять, это пусть и пиз, давай перезаряжай, пока ноль убийц. Тебя тащит система, меня тащит кураж. Как выебать биты в тираж, пусть кто-то говорит. Я упал, упал со второго на пятый этаж. Пока мой дом не дарил легких путей. Биты, фиты, панчи, мутных идей. Да хуя, смело как поднять кэш. Пока светит лампа, мы действуем от фонаря. Кило в топ, обвиняй меня только в том, что я попал туда, но тебя не было ни вчера, ни сегодня, а завтра идут те, кто были всех. Да, как с крана вода. Наливаешь в эти песни куплеты текста. Я вижу, Артем, ты уже наверстал, но лучше, чем шум, тебе точно не стать. Вася, пакуй свои вещи. Твой проеб тут как был обещан. Мой проеб, ты увидишь в аду. Я тут батлить судьбой, а не батлить хуйню. Раунд. Последняя строчка сильная, но тем не менее, по флоу, по панчлайнам. Да опять-таки киллы из старого трека строчки зачитал, нахуй так делать. Play Black пока 1-0 по раундам. Ну, типа, тут как бы. Я особо даже не межуюсь между ними. Play Black здесь сильнее, по первому раунду. Ну чё, ребята, нормальный раунд, а вы чё скажете? Саня, давай второе битло быстрей! Эй, йоу!
Чувак, ты мне тут зачитал свои басни, но перечитывать свои треки на батле, ты что, классик? Я. Принципиальный есть. Рома Райнер, его Moment Soul. Эй, йоу, нига, где ты потерял свой дигал? Эту тему на репите я гонял дней 20. Вижу тебя заново и сразу-то подумал, эй, нига, где же ты потерял свои яйца? Что за непорядок, Артур в Бишкеке не умеет считать, сынок? Объясни мне, мы невидимо, я не пойму, почему твои куплеты по 12 строк? А ты-то подумал, я не замечу, но не там-то было, это факты, братан. Я тебя по деталям разобрал навечно, и, пожалуйста, не говори ни слова на крайм. Может быть, на районе ты молодой авторитет, для меня это место разделенное, я на бите. Я недоволен такими MC, деревенский флоу здесь дико невыносим. Написано немало строк, мы попали в эту пару, кому-то не повезло. Молдаван и киргиз, ничему удивляться, смотри без СМС, мы без регистрации. Да ты не машин, ганг, я лилок, скройся руками, помаши в карьере. Техники ноль, но почему-то тебя любят, твое поле фейма. Это комменты на ютубе, мои цифры, это 373. Наши молдаване снова покоряются, НПТ на прицеле, фрик. Самонаводящий стиль, но попадание в цель, и тебя не спасли. Ты не феноменален здесь, ты гопота, типа тохи, пижон и панторез. Амиго, тебе показать, куда не надо лезть. Именно в этот замес, або тебе капец, эй. Тебе капец, яу, нига, тебе капец, а. А, ВК, да, сейчас выпущу. Яу, нига, тебе капец, а. Раунд. Хорош, плейбой. Отлично. Ну один раунд я дам батловы прям. Так что слушайте панчи, ну может хуйня панчи, хуй его знает. Эй. Паре Тёма, не, я не паришь, ты не плейбой карте, ты Майли Сайру залечу на... Вот тут залёт заебись, вот тут Гокилл на себя похож уже потихонечку. Эй, паре Тёма, не, я не паришь, ты не плейбой карте, ты Майли Сайру залечу на огонёк, твой узкий анус я оставлю надпись, тут был китаец. Тут был Дима, тут был Рома, эй, кто крайний? Ответь, почему на молдавском хуй в твоей жопе звучит, как кисло в здании? Ты не такой, как все, и поэтому заходят ремонтные шутки. Я бы сказал, что ты пернешь хуем, но ты пердишь штукатуркой. Славные парни, Молдова, наверное, зовет на бис. Я влетаю, как ебаный Дрейк на биты. Нахуй этот хип-хоп без яиц. Нахуй бэтл рэп без яиц. Нахуй играем, если он не с улицы. Каждый диктатор воинственный, но не каждый ко мне сюда сунется. Я пока не понимаю, почему ты тут, зная ребят, намного опасней. Я пока не понимаю, почему ты тут, зная ребят из группы, ясно? Ой-ой-ой, блять. Они меня везде найдут, да? Они меня найдут везде, блять. Спасибо за донат. Они меня везде найдут, блять. Но вы понимаете, пацаны, да? Вы понимаете, что это судьба. Мы не могли разойтись с ними. Мне не уйти от этого, понимаете? Куда бы я ни пошел, пока я не расставлю все точки над «и». Группа Ясно будет преследовать меня на моих стримах. На всех моих стримах группа Ясно будет меня преследовать. Отморозки против Voices мы смотрели, по-моему, братан. Скоро реакцию выложу на канал. От души спасибо большое за донат. Так что да, что там было? Кого там проясно-то? Чё там, блядь? Воинственный, но не каждый ко мне сюда сунется. Я пока не понимаю, почему это Женя Смак. Ребят, песок арены, трек. Я пока не понимаю, почему ты тут, зная ребят из группы, ясно? А, я не понимаю, почему ты тут, зная ребят из группы, ясно. Эх, гоу-кила, блядь. Опять встанет за Ясно, да? В прошлый раз за молдаванами стоял. Сейчас встанет за группой Ясно. Ну что делать, что делать? Такая судьба у Гоукилы. Смотреть, как его пиздюки страдают, блядь. Что делать, блядь? Стой и терпи, да, стой и терпи. Прям можно использовать как панчлайн. Смотрим дальше. Ну так он подумал, что я на него лезу, да, ты понял, Тебе ясно? Яу. Давай, ясно. Искути петушины, кэмси пойдут. Смотрите, они меня провоцируют, блядь, чё кричат, слышите, блядь? Тебе ясно? Ах, блядь, плейблэк. Яу, все чш-чш. Везде, сука, это везде, блядь. Вова, нахуй. Вова, блядь. Зачем это все, блядь? Вова, почему ты везде? Это, конечно, беспредел, блядь. Беспредел вообще тотальный, блядь. Пиздец, я не знаю, как на это реагировать. Здорово, парни.
Из кучи петушиных МС появился гоу-килла. Зверь на бите среди зоофилов. Сбишь когда катят, намутить бабло, но полетит обратно пасти баранов. А, да по тебе видно, ты лишний. Захотел топ, но почему-то не вышло. Я не завалю типа, который тут фаворит. Ведь килла, походу, яро хотел победить. Говорите, мол, хайпить это грех. Но я за годы в игре буду вылезать наверх, дабы добиться того, чего хотел. Пока ты на фоне меня будешь как тень. Таковы тут правила, хоуми, надо поливать грязью и заведомо помнить, что либо ты, либо тебя опустят ап. Но пора понять, это бой не за капусту. А ты не зазнавайся, Артур, и хватит теребить майк во рту. Ты здесь-то понятно всем на потеху. А чё ты мутил, пока сюда не переехал? Петух саный, хотя нет, чё я говорю, ты красава. Всё-таки толок и налажал конкретно. Вот такое у тебя отношение к оппонентам. Батлы батлами базар. Чё-то тут чуть-чуть, да, не дотянул строчку. На потеху, а чё ты мутил, пока сюда не переехал? Петух саный, хотя нет, чё я говорю, ты красава. Всё-таки толок и налажал конкретно. Вот такое у тебя отношение к оппонентам. Батлы батлами базара-то нету, но всё-таки надо бы быть. Вот здесь как-то монотонно, да, он видно, что он задыхается, ещё нос зажал. Вот здесь, вот насколько хорошо Playblack звучал на первом бите, настолько он как-то потерялся на втором. Видимо, первый бит он выбирал, да, второй килла. Похоже на то, потому что как-то на втором Playblack звучит невзрачно. Ну, прям вот не может он найти каких-то точек соприкосновения. Он вроде в такт попадает, в ритм попадает, но как-то это не вайбит, не вайбит совсем. Человеком, не задирая нос, так не прилип. Чё, финал топ-фло? Пацаны, донатьте на финал топ-фло. Будет финал топ-фло. У нас система прозрачная и всегда одна и та же. Поэтому тут без подписать в чатике. Лично, а если так получилось, значит так вышло. Так, веком, не задирая нос, так неприлично. А если так получилось, значит так вышло. Так вышло. Ну чё, ты пиздец, yeah, совсем спасибо. Задохнулся, задохнулся под конец. Так вышло. Так вышло. Хорош, Артём. Yeah. Ну теперь будет такой экспериментальный раунд. Здорово, и здорово. Домашний твой грех, я смотрел, подсказал. Да. Диктатор Эрнеста вышел на канале уже, yeah. Да. Hey. Недавно я дропнул. Hey. Прошлое видео. Hey. Все 50 косарей, эй, Тёма до самых нулей, эй, скинет на тёлок и кокс, ууу, Тёма деньга не вопрос, эй, Тёма убийца битов, эй, Тёма сразиться готов, эй, но Тёма не знает, что в этих баталиях тащит не дикция, йоу, панчи дать им легко, мальчик дай мне микро, будет разъёб, панчи дать им легко, мальчик дай мне микро, будет разъёб, панчи дать им легко, мальчик дай мне микро, будет разъёб, панчи дать им легко, я, пока тут повсюду бомбят, пока не летит прикол, как подняться, если ты артист. Зачитать свой грайм, хуй знает, бро. Зачитать без рифом, вот это клево. Ты новатор стиля, как Майк Загубный. Флексишь низко, как на пин, на бат. Тебя взяли дальше, как мясо в группу. Меня взяли дальше, чтоб вас ебать. Грайм не еду, нет, агрессивные строчки, да, особо панчлайна нет. Но на агрессии, на напоре вывозит. Ну вот второй раунд за гоу-киллы, похоже на то. Yeah. Родители реагируют нормально. Рост у меня 1.85 м, вес 88 примерно. Пока тут повсюду бомбят, пока не летит прикол. Как подняться, если ты Артём? Зачитать свой грайм, хуй знает, бро. Зачитать без рифом, вот это клёво. Ты новатор стиля, как Майк Загубный. 700 зрителей, спасибо, пацаны, что с нами. Тебя взяли дальше, как мясо в группу. Меня взяли дальше. Грайм легенда, нет, грайм котенок, не играй с этим фоу, этот фоу уронит. Перебитая молдова, я напишу пепперони, положу вашу голову, ты убийца, но не ровнее этим головорезом. Я влетаю в этот бит с ноги, как бутла, на ни грамма нарезок. Показать стильный грайм и въебать этот сильный вайб. Панчи дать им легко, мальчик дай мне микро. Залетаю на ракете, как Джимми Нейтрон. Тебя выкинули в первом, словно пинком. Ты вернулся обратно, чё, блядь, Джон Сноу? Ты ошибка, Кингсты, плотный флоу, но он шибко быстрый. Чей не позвал тебя рвать на битах, и ты порвался, как жопа из. Бля, ну на самом деле сложно. 1-1, да, по панчлайнам. Блять, плюс-минус равные. Бля, и никто не сбивался, да, как бы. Никто не сбивался, особо не летел. Дроп не проебывал. Бля, на самом деле батл сложный. Сложный батл. Дед наваливает офигенно. Я буду думаю. И сливаю деньги, да. Мы в субботу не по домам. Дешевое вино. Вот спасибо за донат, сейчас почитаю. Я думаю, учитывая, что это было в зале, и гоу-килла закончил сильно, мне кажется, с небольшим перевесом 2-1 в батле победит гоу-килла. Но как закончится, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ребята, по-моему, охуенный батл, а вы мой прогноз 2-1 гоу-килл. Я думаю, вживую это было поувереннее закончил. Я согласен с вами. Интересно, а что скажут судьи? Итак, первый судья, участник слова СПБ, 140 BPM, рвать на битах, Илюха Микки Маус, Шумо! Все, йоу, давайте, реально пацаны. Сложный батл. Короче, так скажу, ты выиграл в первом раунде, ты выиграл во втором однозначно. Да, согласен. Читать свои старые текста, хуёво.
Ладно, вот. Но классик, да, круто. Вот. Дело не в этом. И тут надо оценивать, чей раунд сильнее, твой первый или его второй. Но мне кажется, его второй раунд был сильнее, чем твой первый. Извини. Ну, да, ты, примерно человек, я вот так же согласился. Очень крутой, это было реально круто. Ну, голос себе. Я вот так же примерно думаю. Окей. Второй судья, организатор слова СПБ и рвать на битах, великий ужасный Дэн Чейни. Да. Йоу, всем привет еще раз. В общем, с самого начала, я тебе так скажу, чувак, ты круто делаешь. Вот, единственное, что мое имхо, в том, что, во-первых, если шуточки про Молдавию там без регистрации заходят, это не значит, что это круто. Мне лично это не нравится, второй батл тащить на этом. Это создал вообще шум, по сути. Это даже, короче, не твоя тематика, в плане того, что ты не ты ее создал. И не надо уезжать на то, что заходит в зал. Не всегда. Души, сейчас прочитаю, да, надо, пацаны, спасибо. Во-вторых, я скажу, ты был лучше многих, кто сегодня батлил, вот. Но мне кажется, что, я слушаю твои батлы, и я замечаю, что, как будто не хватает тебе разнообразия флоу игры голосом. Есть такой ты момент. Ты многих можешь ёбнуть на бите, но я считаю, что, по-моему, очевидно, сегодня GoKill уходит голос мой. Окей. И последний, третий судья, ветеран онлайн-баттлов, охуенный MC, Витя Классик! Всем здорово. В общем, я не буду оригинальничать, я тоже отдаю победу сюда, безусловно. Хотя батл реально крутой, мы все молодцы оба. 3-0 GoKill, да? Я ванговал 2-1. Чуть-чуть,